Привет! Сегодня Вячеслав Бураковский официально возьмет на себя полномочия главного управленца нашего города. А как себя чувствует новый мэр в новом статусе, узнает наша съемочная группа. По данным Омского гидрометцентра, площадь перед органным залом, где пройдет инаугурация, как и весь наш город, будет затянута мглой. Неделю назад синоптики уже предрекали мглу, а завтра, если верить прогнозам, все повторится вновь. Если мгла приходит и уходит, то кушать хочется всегда. Сегодня из нашего рейтинга узнаем, где мечи любят оттачивать искусство владения палочкой. Заглянем в суши-бары. До вечера!